Привет! Привет! Сезон номер два. Отдохнули летом, похудели, надо начинать есть. Я сегодня готовлю гамбургер. Голубой сыр? Ну, конечно. Помидорки, авокадика, карамелизованный лучок, и все это будет на турецкой булочке. В Америку я не хожу, а если хожу, то не за гамбургер. Поэтому я буду делать гамбургер, как я это понимаю. Здоровый, вкусный, сочный. Режем лук и зукинь. Я предпочитаю сыр на гамбургере. Не на гамбургере, а в гамбургере. И обязательно голубой, как яйца дрозда. Мама! Мой гамбургер будет со специями не только внутри, но и снаружи. Смотрите, фокус-покус. Света, это кофе? Это кофе-раб. Света, мы будем пить этот гамбургер? Да, мы будем его вдыхать. Вдыхать? Да. Рецепт здорового и вкусного бургера следующий. Приблизительно 1,5 паунда фарша из индюшки, перекрученные маленькие зукини, небольшая луковица, тоже перекрученная на мясорубке, кюмин, тимьян, яйцо, соль и перец. Сейчас я это все тщательно перемешаю и все, будем жарить бургер. Света карамелизует лук! Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Карамелизованный лук. Когда вы на своей кухне, никто не видит вашей оплошности. Можете исправлять. И никому об этом не говорите. Так я же вижу. Чтобы победить, сейчас пожарю свой хлеб рядом с Эллиными гамбургерами. И они возьмут этот вкус спокойно. Спокойно. У меня план. Нечего воровать мой соус. У меня план. Посмотри. Конечно, чугунная сковорода, соус из вкусных гамбургеров. Вообще не здесь такие твои будут. Знаешь что? А теперь у меня будут вкусные гамбургеры. Я сейчас свое мясо сюда поставлю. Я знаю, вот так ты добивайся. Гамбургеры со специями внутри, специями наружи, голубым сыром внутри. Я делаю блинчики из зукини. Я натерла на терке зукини, лук на мелкой терке, положила сюда яйцо, соль, приблизительно пол чайной ложки. И кумин, мой любимый, из которого я ничего не готовлю. Тоже приблизительно пол чайной ложки. Перец. И теперь мой секретный ингредиент – гарбанзо бин флауэр. Приблизительно 3 столовые ложки. Мы это все дело размешаем. Еще один ингредиент – бейкинг паудер. Ну, такое количество приблизительно пол чайной ложки. Хотя может быть чуть-чуть больше. Они будут пышные. Все. Гамбургеры готовы. Кладем авокадо, майонез, глютен-фри, тарелочка. Опаньки. Теперь мы кладем сюда лучок. И сюда лучок. Минут 15 прошло. Готовы бургеры. И вот импровизированный бан для моего бургера. Это блинчик из зукини. Мы построим сейчас бургер, положим сюда блинчик.
от моего стола к твоему столу. Спасибо, дорогая. Подарочек. Подарочек. Вот человек от всей души подарил яичницу. Видишь, я не боится проиграть. Теперь у нас в полной красоте. Я не боюсь выиграть. Нет, ты не боишься проиграть, а я не боюсь выиграть, потому что привыкла. Без сомнений. Ну, ой, ребята, так все вкусно. Я вам просто передать не могу. Поместилась. Я волновалась. Будь спок. Я жду. Я жду выразительно. К сожалению. Я жду выразительно. К сожалению. Thank you.